Привет еще раз. Сегодня целых два будет вещания. Многие спрашивают, чего мы тут едим. Мы решили, вот мы заехали в традиционное место, где едят на Бали. Это называется варунг. Не знаю, переводится, наверное, как закусочное. Тут немного людей сидит прямо сейчас, потому что, ну вот, можете сзади посмотреть. Потому что видно еще время такое и не обеденное, и уже еще не вечер. Мы заказали традиционную еду. Это свиные ребрышки в медовом соусе. Поэтому я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот так вот выглядят ребрышки. И в каком-то медовом соусе. Их вымачивают в каком-то меду. Картошка не совсем традиционная, но традиционные соусы. Ну и кофе взяли. Кофе шикарный совершенно на Бали. Его здесь выращивают. Я уже писал у себя, что в частности есть кофе Лювак здесь. Очень вкусный. Считается одним из самых дорогих в мире. Вот. Ну еще могу вам меню показать. Тут много всяких напитков очень прикольных. Там из драгонфрута и еще из всяких таких штук прикольных. Вот. Хороший Wi-Fi, кстати, в этом кафе. На удивление, очень гостеприимные хозяева. Вот. Ну вот, собственно, такая порция стоит 65 тысяч. Это, наверное, долларов 5 получается примерно за порцию. Очень вкусно. Я, правда, еще не попробовал, Лариса уже ест. Остренько. Остренько немножко. Говорит, остренько немножко. Вот, в общем, спрашивайте, будем вам рассказывать еще про всякие интересности, вкусности, как тут живется экспатам на Бали. До встречи.